пятница, семейный день. И Маша уже... Что Маша? Что Маша? Что Маша? Что? Она сегодня Маша, мама и Ахмед в белых штанах. Не договариваясь причем. Не договариваясь. I think we have to go to downtown. Наша пятница, и мы выехали в великую белую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Но перед этим мы заскочим в одно замечательное место пофотографироваться и позавтракать, потому что мечеть шейха Зайда в пятницу работает с 4 часов дня. Вот, нам туда ехать где-то час. Соответственно, мы должны отсюда где-то 2:30 выехать. И так у нас есть время 3 часа, ну не 3, где с дорогой 2 часа. Вот. Поэтому мы покушаем что-нибудь вкусненькое, легенькое на этот раз, легенькое. That's what mosque is, piece of nice architect. Да. И всем, кто путешествует в Дубай, красиво. Мы настоятельно рекомендуем посетить эту мечеть. Здесь организуются туры с отелей, и также есть частные туры, и либо можно взять в аренду машину и самим спутешествовать в эту мечеть. Потрясающее место, грандиозное, очень красивое, и чувствуешь себя там очень хорошо. Должна на английском еще сказать. Mom said I need also to talk in English in video. So this video will be like 1 hour, 2 hour. Who want to understand? But usually I translate some of my comments, I translate under the Instagram, so many people they can understand about what this video. Or it's time to start learning Russian, for that special. Мой муж сказал, что это как раз то время, когда нужно начать изучать русский язык просто. На улице 32 градуса показывает, но на самом деле больше чуть. Может быть 36-37. Нам, смотри, как красиво. Здесь еще есть черепахи, значит, да? Вон черепахи, они сидят. Наконец-то мама сказала, что ей жарко. Хотя ветерок. Первый будет. Раз. Да, до этого мама говорила, не, что вот здесь тепло. Тепло. Здесь. А вот там жарко. А там жарко. А потому что на солнце. Да. А солнце везде. Да. Дубай. Это Дубай. Машинка. Куда мы идем? Не знаю. А куда мы? Мы идем на мостик с кабанами или с овечками. Это тюлени какие-то. Это улитки. Не хусики. Мама, на солнце пошла. Snap your fingers, three-step. You can do it all by yourself, baby girl. What's your name? Let me talk to you. Let me buy you a drink. I'm so mo, you know me. Cody Topley's on those keys. I know the club, close at 3. What's the chance of you rolling with me? Back to the crib, show you how I live. Let's get drunk, forget what we did. I'ma buy you a drink. Здесь нету хороших мест, где можно позавтракать и, не знаю, шишу, да, здесь курят вечерами, но вот так прийти, как на Марине, позавтракать, нет. Здесь не то место. Здесь есть отели, в отелях есть рестораны хорошие. Практически нет. Маме жарко.
Нет, мне сейчас трафик пола мне хорошо. Город машин. Все люди в технике внутри. Тирамису кафе, maybe. Да. Идем сюда. О, хорошо здесь. О, мороженка. Кофе вкусно пахнет. Макарон. Давайте сядем, посмотрим, что здесь есть. Мы уходим из тирамису кафе, потому что здесь нет, недоступна сейчас еда, а только десерты и кофе. Поэтому... Хотя время уже обед. Батута Молл. И сейчас мы попробуем здесь найти место нам покушать и выезжаем на Абу-Даби. Ибн Батута Молл находится как раз на выезде из Абу-Даби, либо на въезд в Дубай со стороны Абу-Даби. На улице очень жарко, очень жарко. Сейчас мы выберем спрей для горла, потому что у нас у мамы, у Маши и Ахмеда чувствуют себя не очень уютно вечером, начинает болеть горло. Вот. Обычно это от смены температур между улицей и торговыми центрами. Предложили крем нам с коллагеном против пигментации. Такая архитектура внутри торгового центра, сделано как будто вот небо. И вот такие вот строения, как будто это дома, да, в таком арабском стиле. Можно ходить и рассматривать. Так вот выглядит персидский корт. Смотрите, как красиво. Повторюсь, корт, не кот. Ой, здесь дабергам есть. No thinking. Красивое в стиле такой персидской архитектуры. Вот мозаикой выложено. Маша уже вся изливается, устала идти. Хотя здесь одно удовольствие ходить, здесь не жарко и красиво очень. А вот какая красота, сейчас покажу. Вот это потому что вы пришли сейчас в индийскую часть Ибн Батута Молла, посмотрите, как красиво. Обычно 3-4 страницы, а здесь... Здесь очень вкусные десерты. Это наши основные блюда. У меня сибас с овощами. Наши просто батон, напичкан всем вредным. Все, что можно, не нужно очень есть. Очень большой батон. Маша. Маша за нездоровое питание. Я, Маша, смотри. Бабушка лазанья с шпинатом и с четырьмя сырами. У Ахмеда стейк идет. Вообще красиво. Как быстро. Так. Одна штука. Mm-hmm.
красота. Девочки, вы наелись? Да. Мы как объевшиеся бычки. Мы ж животы. Выпьешь? How are you? I'm full. Big belly now. Ехали и приехали. Вот. Красиво. Окей. Почему я капюшон? Сергей и Наташа, и Аска зен того инсайд. Мы вовремя приехали, потому что сейчас вот такая очередь уже прям на улице. Вот. А мы приехали и едем сейчас в дворец. Мы покидаем великую белую мечеть шейха Заида. Сейчас вечером она очень красиво будет подсвечиваться. И не так жарко будет. Сейчас много туристов очень вечером. Днем, конечно, не работает. Мечеть шейха Заида по пятницам работает для туристов с 4:30 вечера до 10 вечера. А ну, в субботу, грубо говоря, по четверг, она работает с 9 утра до 10 вечера. Вот. Также проводятся экскурсии, но про экскурсии я не могу сказать, потому что эта информация есть на официальном сайте мечети. Вот. По-моему, там каждый час экскурсии. Вот. Но... Тем, кто хочет посетить Абу-Даби, мечеть шейха Заида обязательно к посещению. Также здесь будет интересно посетить Феррари парк. И Феррари парк находится на остров Яс Айленд. И там есть аквапарк большой. Также там масса отелей, супермаркет огромный, и в том числе IKEA. Вот. Тоже можно все это вместе посетить. Но если вы захотите посетить Феррари парк и... аквапарк и мечеть в один день, у вас это не получится, то есть вы не почувствуете, вы будете торопиться и не успеете. Вот, поэтому я рекомендую на 2 дня останавливаться в Абу-Даби. Вот так королевство называется по-машиному. Царство такое. Царство. Очень красивый дворец, очень красивый. Тоже, кто посещает Абу-Даби, я прям настоятельно рекомендую посетить этот дворец, и днем, и вечером он просто восхитительный. Для туристов в дворце есть специальная парковка. Вот. Мы сразу нашли, в принципе, место вот вечером. И что я еще могу сказать? Я могу сказать о том, что номер стандартный в этом отеле-дворце стоит от 16 тысяч рублей. От 16 тысяч рублей за сутки. Пожалуйста. Вот. Но
за такой отель, за такой вид, территорию, я думаю, это стоит того. И да, завтраки включены. Сейчас мы зайдем внутрь отеля, посмотрим, как он выглядит снутри. Я думаю, что он выглядит снутри не менее превосходно, чем снаружи. Да, днем, конечно, здесь вид намного потрясающий. Вот здесь вроде как ночью такая подсветка красивая, но на камере подсветка, естественно, не так передает всю красоту этого дворца. Маша, давай, Джим. Давай. Маша ленивая. Хочу заснять вид сверху какой. Красиво, да, мама? Фу, что это, ты сухая. Вот видите, вы хотели домой поехать, Маша хотела домой поехать. Я не против. Я думаю, это настоящее царство. Мы сами здесь первый раз, но я очень смотрела много роликов об этом отеле. Я думаю, это царство. Главное, что он открыт совершенно бесплатно для туристов. Еще? Yes, I cannot use this. Или будем заходить куда-то? Внутрь заходим отеля. А как это внутрь из отеля не зайти? Сам красоту все увидеть. Пойдемте, пойдем. Ой. Заходим. Где бабушка? Бабушка? Я вижу. Добро пожаловать. Хорошо. Вы слышали, сказали по-русски? А, потолки из маленьких кусочков золота. Бумага обложена с маленькими кусочками золота. Смотрите. Откряпывайте. Это что? Из золота? Да, вот. Можете сравнить. И наверху он сказал, что это очень дорого. Дорогой оббивочный материал. Ну, естественно, это дворец. Он должен быть из золота. И из серебра. А вот он сам, шейх Заид. Смотрите. Закончился наш день, который мы провели в Абу-Даби, а вернее половину дня мы провели в Абу-Даби и посетили мечеть шейха Заида и дворец шейха Заида. Вот. И под массой хороших впечатлений мы возвращаемся в свой Дубай. Маша уже почти спит, мама улыбается, маме все понравилось, очень наверное. Понравилось. Все вот. Так будет видно. Это непередаваемые ощущения, очень много впечатлений, и я счастлива, что я побывала здесь, и все очень здорово. И столько красоты насмотрелись вообще, это все так красиво. В общем, много хороших впечатлений, я повезу в Россию. Вот так, много хороших впечатлений. И так каждый день. Мы вернулись домой, и вот смотрите, вот это так они.
Нет, отойди, отойди.